Инвестиционный портфель – это набор финансовых активов, которые необходимо сформировать для получения потенциального дохода. Под активами подразумеваются различные виды ценных бумаг, например, акции, облигации или фонды. При формировании инвестиционного портфеля необходимо решить ряд вопросов. Во-первых, определить сумму для инвестирования, срок, ваше отношение к риску и ваши ожидания по доходности. Подробнее об этом мы говорили в предыдущих выпусках. А сейчас я коротко напомню об этом. Инвестировать можно только свободные, собственные, а не заемные денежные средства. Чем больше портфель, тем более он может быть диверсифицирован. Срок инвестирования должен быть не менее года. Это наша рекомендация, а не правило. Соотношение приемлемый риск – потенциальная доходность должно быть логичным и взвешенным. Правильно диверсифицированный инвестиционный портфель состоит из 10-15 ценных бумаг различных видов. То, в каком соотношении распределять активы, зависит от вашей цели. Если вы хотите накопить в долгосрочной перспективе, лучше выделять 70-80% портфеля на акции крупных стабильных компаний и на инструменты с низким риском, например, облигации или фонды ETF. Другой вариант – вкладывать в более рискованные активы, к которым относятся акции молодых и перспективных компаний, участвовать в IPO, а также покупать краткосрочные и среднесрочные идеи наших аналитиков. Для начинающих инвесторов у нас есть инвестопедия на сайте, новости и полезная информация в телеграм-канале. Кроме того, в торговом терминале freedom24.com для клиентов публикуются готовые идеи для первичного инвестиционного портфеля. Но мы понимаем, что у каждого, кто начинает вкладывать деньги в фондовый рынок, разное отношение к риску и цель, которую он хочет достичь при покупке ценных бумаг. Поэтому, если вы хотите защитить себя от финансовых потерь и собрать инвестиционный портфель, соответствующий вашим потребностям, лучше обратиться к нашим инвестиционным консультантам. Они вместе с нашими аналитиками помогут подобрать бумаги для первичного портфеля под конкретные задачи. Покупать акции в портфель лучше при просадках, то есть при снижении цены. Это в большей степени относится к акциям крупных и стабильных компаний, а также когда есть инвестиционная идея от аналитиков. Это самая важная часть вашей инвестиционной стратегии. Любая покупка должна иметь какую-то идею, цель, объяснение. Нельзя покупать что-то просто так. Акции – это всегда какие-то компании. Компании – это люди, продукты и сервисы, которые они производят. Это бизнес. Самое важное в бизнесе – это продажи и развитие. Если есть идея, понимание, что бизнес по тем или иным причинам будет развиваться, значит, сейчас стоит задуматься о покупке акций. Еще есть такой метод, как покупка активов через равные промежутки времени, например, на одинаковую сумму. Это поможет сгладить волатильность, то есть колебания рынка, и достичь более эффективной доходности.